В органах социальной защиты и помощи в Запорожской области работает около 10 тысяч человек. В канун профессионального праздника Дня соцработника в зале областной филармонии награждали лучших представителей этой сферы. Главный контингент для социальных работников – пенсионеры. В области их больше 500 000. Каждый третий житель области пользуется теми или иными дотациями от государства. Любая жизненная ситуация, плохая или хорошая, все равно рядом социальный работник, за что им огромное спасибо. Если человек чувствует помощь, то тогда и жизнь становится спокойней. Области есть чем гордиться, нет задолженности по социальным выплатам. Более того, депутатским корпусом принята программа «Навстречу людям», которая только дополняет эту помощь. В денежном выражении это более 42 миллионов гривен. В этом году на добрые дела выделили 7,5 миллионов. А буквально вчера на сессии приняли решение увеличить еще на 400 тысяч.